Глава Пермского края потребовал навести порядок в сфере ЖКХ, сделав акцент на роли местного самоуправления. Краевые власти потребовали к 1 мая этого года найти управляющие компании всем бесхозным домам в крае. Связано с тем, что люди не платят, или платят, но не все, копятся долги и так далее. Коллеги, но работа с неплательщиками, с ними надо работать, и механизмы есть вплоть до выселения и так далее. Но этим должен заниматься муниципалитет. В таких случаях берете, назначаете свою муниципальную управляющую организацию, вплоть до того, что ГБУшки создавайте по управлению этим жилфондом. А, значит, она приводит это все в порядок, а дальше разбирайтесь с неплательщиками. Если не можете разобраться, если проблемные категории, выделяйте дотации из бюджета, это все содержите. Коллеги, но самоустраниться не получится.